Усть-Лабинская журавушка – самый яркий пример внедрения инноваций в сельском хозяйстве Кубани. Журавушка – первый теленок в регионе, который родился от суррогатной матери. Правда, пока трехдневную новорожденную журналистам показывают только на фотографии. Выращивание коров из пробирки позволит в короткие сроки увеличить поголовье молочного стада почти в 7 раз. А значит, и молока получается гораздо больше. Такой центр планирования коров селекционеры генетики создали в одной из мегаферм агрохолдинга «Кубань» в Слабинском районе. Новые технологии сегодня оценил Дмитрий Медведев. В Краснодарский край премьер-министр прибыл с рабочим визитом. На ферме председателя правительства сопровождает Александр Ткачев. Гостям показывают условия, в которых будут подрастать суррогатные телята, автоматизированные системы доения, душ и даже климат-контроль. Кто посмелей? Красивые. Идея того, что сельское хозяйство должно быть в тренде высоких технологий, и стала темой государственного совета, который провели в небольшом хуторе Железный. Без инноваций в агропромышленном комплексе, по словам Медведева, сельское хозяйство не принесет тех объемов, которые от него требуются, особенно сейчас. В условиях санкций внедрение высоких технологий должно поднять объемы и качество отечественных продуктов. Вопросы биотехнологии, они находят все более широкое применение в растениеводстве для защиты растений, стимуляции их роста, а также в животноводстве для производства кормовых добавок и различных ветеринарных препаратов. Общая цель государства, бизнеса, научных организаций, институтов развития, аграрных вузов – создать такие условия, при которых все эти достижения активно использовались бы в отечественном сельхозпроизводстве и обеспечивали укрепление конкурентных позиций России. Тех, кто будет идти в ногу со временем и внедрять в производство новинки агропромышленной науки, будут поощрять. Минсельхозе готовы выдавать гранты для разработчиков ноу-хау в этой отрасли, при условии, что бизнес новшества будет поддерживать. До 2020 года на эти цели планируют выделить больше 5 миллиардов рублей. Внедрение высоких технологий при такой поддержке должно стать приоритетом в регионах, особенно где развито сельское хозяйство. Программы инновационного развития на основе кластерного подхода, конечно, целесообразно разработать в каждом регионе, где аграрный сектор или развит, или губернатор считает важным это направление в развитии экономики региона. Без активной роли и ведущей роли губернатора, главы региона, не обойтись в создании к инновационному развитию АПК. Несмотря на перевод АПК на высокотехнологичные рельсы, 50% инновационных разработок в стране не находят своего применения в сельском хозяйстве. То есть идеи и технологии есть, а вот вводить их в производство многие не торопятся. И здесь для внедрения научных разработок нужна активная позиция региональных властей, замечает Медведев. Как пример, Краснодарский край. Высокие сельскохозяйственные технологии в регионе уже не завтрашний, а вполне сегодняшний день. Только за счет селекции зерновых культур урожай этого года стал рекордным за всю историю, включая советский период. Пшеница, рис, ячмень, практически все семена, которыми засевают поля, разрабатывают на Кубани. А это значит, есть поддержка собственной науки и уход от импортных семян. Сейчас действительно уникальная ситуация. Она заключается в том, что ввиду известных наших решений для развития сельского хозяйства сейчас созданы, ну я бы сказал, вот так, особо благоприятные условия, включая и импортозамещение. Вот. Чем можете похвастаться, каковы результаты в этом году по урожаю, значит, ну и какие планы? Что касается итогов года, то, знаете, они достаточно позитивные для промышленного комплекса. И прежде всего то, что мы получили вал зерна, порядка 13 миллионов тонн. Это впервые, это рекорд и по урожайности в том числе. Вообще за всю историю Кубани, за всю еще... Там, и советскую, и советскую. Да. Для нас, конечно, это большая победа, и это говорит о том, что у нас еще есть потенциал, и мы не собираемся на этом останавливаться. Мы понимаем, что за счет только урожайности вала мы можем снижать издержки, мы можем не только кормить страну и регионы, которые нуждаются в нашем продукте, в нашем зерне, но, естественно, снижать издержки и делать производство зерна на Кубани достаточно рентабельным. Мы прекрасно понимаем, рентабельность повысить можно только за счет инновационных проектов, которые в крае существуют. И я обращаюсь, пользуясь случаем, естественно, сегодня для того, чтобы создать на территории края селекционный, инновационный центр. Кубань готова стать площадкой для внедрения новых технологий в сельском хозяйстве. В планах построить селекционно-генетический центр для животноводства. Благодаря достижениям науки, когда в регионе выводятся собственные виды пшеницы или на свет появляются телята от суррогатных матерей, зависимость от внешних рынков становится гораздо меньше, что особенно важно в сложившихся геополитических условиях. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Антон Калиниченко, Кубань 24.